Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня у меня такое необычное, коротенькое видео, просто такая вот маленькая похвастушка. Помните, я у вас спрашивала, хотите ли вы мастер-класс на такой вот ажурный дырчатый кардиган, в сообществе этот опрос был. Ну и большинство отказались, сказали, что это некрасиво, не модно, и что это непонятно, не пойми что. До сих пор там этот пост у меня висит в сообществе, если вы пролистаете, вы его найдете. Ну, опрос, как бы мой, как обычно, я же у вас спрашиваю, что вы за... Ну, так как у меня был заказ, я его все-таки связала, этот кардиган. Мастер-класс я не снимала. На самом деле он получился очень-очень простым в исполнении. И связала я буквально, несмотря на то, что это такая вот, такое летнее пальто, да, скажем так. Вот. Связала я его буквально за 3 дня. Вот сама основа за счет того, что толстая пряжа, да, и дырчатая, и большим толстым крючком связана. Вот, саму основу я за 2 дня связала, ну и день у меня заняла вот обвязка вот этого вот, как бы, ну, обвязка выреза, ну, передней детали, вот, и рукавов. И тоже это все было толстыми спицами, толстой этой же пряжей. Ушло много, конечно, где-то около 1,5 килограмма пряжи, но мне кажется, что у меня получилась красивая вещь. Во всяком случае, мне нравится. Я, так как я живу в Европе, в таком, ну, обычном городке, я, наверное, мне просто некуда такое носить. Я бы себе, наверное, не вязала. Вот. Но мне вещь нравится. Вот действительно, мне очень... И вот, кстати, я сейчас заворачиваю рукава, пытаюсь вам показать. Вот так вот мне нравится. Вот этот летний вариант. Очень симпатичный. Что вы мне скажете? Вот скажите просто. Я просто это сняла, потому что мне жалко было отдать человеку, так как это был заказ, отдать человеку и не запечатлеть, и не похвастаться, либо для себя на память не сфотографировать. Вот так как я сняла это все дело, я показываю вам. Вот. Ну и интересно мне ваше, конечно, мнение, что вы мне на это скажете. Я же говорю, у меня в планах было его снимать, но так как большинство отказалось, я думаю, да, не буду я тратить время, потому что время у меня навезло-то сейчас. Вот. Ну, я вам скажу, я получила удовольствие от работы и от результата. Ну, а на сегодня все, девчонки. Я с вами прощаюсь. С вами была Вика, Школа Рукоделия.